Ну что ж, друзья, мы находимся в том месте, где Гродненский государственный университет имени Янки Купалы отмечает свое 75-летие. Давайте, друзья, пройдемся по этому месту и откроем все сокровенные его точки. Пойдемте за мной. Пойдемте со мной. Друзья, можно мы пройдем? Спасибо большое. Какие-то наркоторговцы. Ну что ж, здесь обширная какая-то площадка для игры в боулинг. Как видите, боулинг, о, какой боулинг, говорю, бильярд. Бильярд очень популярная игра. Вот посмотри, посмотри. Никто не играет в бильярд, в принципе. Служебное помещение, друзья. Сегодня вы, зрители нашего канала, попадете в святая святых. То место, откуда идет звук, свет и прочие пряники. Пойдемте со мной. Друзья, смотрите, смотрите. Здесь, опять Владимир, у нас звукозаписывающая студия. Обратите внимание, как уровень звука меняется, когда я нахожусь здесь в комнате и нахожусь в коридоре. Смотрите, у нас здесь есть какой-то микрофон. В него, скорее всего, вот в этот носок люди пишут свои песни. Скорее всего, малоизвестная группа «Свободные мысли» пишет свои песни именно здесь. Итак, друзья, как мы видим, ответственный за пожарную безопасность Горшанов. Я надеюсь, что он сегодня зажжет. Пойдемте посмотрим. Как вас зовут? Олег. Олег, Олег, вы сегодня отвечаете за звук и свет, правильно? Все правильно. Хочу поздравить самого наилучшего. О, видели, видели? Процветания. Ну, еще как минимум 75 для начала, а там дальше... А там дальше будет 76. А какая кнопка? Какая кнопка? Друзья, сейчас вы наблюдаете уникальное событие. Прямо на ваших глазах, на лице у кого-то незнакомого лопоухого человека мы рисуем какой-то определенный знак. Что это за знак, друзья? Это волк, говорит мне девочка с ушкой на щеке. Как тебя зовут? Лера. Лера, ты с какого факультета? ФЭУ. С ФЭУ. Лера с ФЭУ. А почему? Где другие буквы? Где Ф и Э? Они сказали, не поместится. Сказали, не поместится. У тебя маленькие щеки, Лера. Извините, что я вас отвлекаю в такой очень интимный момент. Как тебя зовут? Эльвира. Эльвира, ты из какого факультета? Факультет искусства и дизайна. Кто бы мог подумать, да, я и думал, с юрфака. На самом деле, Эльвира, что ты рисуешь? Волка. Волка. Что ты рисуешь? Волка. Волка, может быть, волка? Видно, сразу человек не с филологического факультета, а с искусства и дизайна. Вам виднее. Вам виднее. Конечно, нам виднее. Женек. Ты у нас председатель правкома, правильно? Мимо, я зам. Опа, давай переснимем. Евгений, ты заместитель председателя правкома, правильно? Да, правильно, конечно. Как тебя зовут? Меня зовут Евгений. О, какая интрига. Да, действительно, давайте акцентируем внимание. Его действительно зовут Евгений, это действительно на фотографии он. Где красная бабочка, Евгений? Красная бабочка не под эту рубашку, она вот именно только под ту рубашку. Ну, так получилось, так сложилось исторически. Ну, в принципе, да. Что ты хочешь пожелать университету, Гродненскому нашему государственному университету имени Купалы в честь 75-летия? 100 лет. 100 лет, нех же ен же ен. Я сейчас почувствовал себя на свадьбе, друзья. Фотография-то со свадьбой. Ну, в принципе, логично. Ну что ж, Евгений, мы с тобой еще встретимся, а ты пошли за мной. Так, дружище, иди сюда. Ты в очках, ты, в принципе, умная. Да не стесняйся. Как тебя зовут? Анна. А говорила, ничего не будешь говорить. Анна, ты с какого факультета? Фикит. Спасибо, Анна. Ты с какого факультета? Фикит. Что за день сегодня? Друзья, пойдемте. Я прошу обратить внимание, сколько здесь людей. Здесь просто очень... людей, на самом деле. Почему? Потому что это барная стойка, друзья. В принципе, все логично. Студенческая вечеринка, все только начинается. Мы находимся в центре танцпола. Давайте посмотрим, кто сейчас танцует у нас на танцполе. Привет!
биофак, да? Вы все биофака. Что вы хотите хором, давайте, про нашего любимого факультета пожелать? Давайте хором. 3, 4. Счастья! Пройдем туда, в то место, где находится наш арт-директор. За кулисы, так сказать. Пойдемте. Обычно вот здесь вот... Вован, не попадай в камеру. Обычно вот здесь вот сидит охранник, которого сейчас почему-то нету. То есть любой человек, который, в принципе, умеет ходить и подниматься по ступенькам, 4 ступеньки всего лишь, он может подняться и к нам наверху подняться. В принципе, это не совсем справедливо. Пойдемте, друзья, посмотрим, что там наверху. Дорогие друзья, сейчас на ваших глазах Владимир Большаков устанавливает последнюю свечку, так сказать, в торт, посвященный 75-летию нашего университета. Друзья, давайте посмотрим наближе на этот торт. В принципе, очень красивый торт, мне очень нравится. Свечек здесь 1, 2, 3, 4, ровно 75. Люди подбирали специально, как говорится. А можно, чтобы было 75 тортов и одна свечка. Но не в нашей жизни. Пойдемте, друзья, со мной. Наберите воздуха в грудь и поехали. Где вас ген? А ну-ка быстро говорит, где вас ген? Танцует? Двигайся, пойдем. Пойдем позвоним Вазгену на всякий прерывный. Вазген. А где Вазген? Где Вазген? Алло, Вазген, ты где? А, в туалете. Ну, подходи быстрее к своему кабинету. Иди сюда. Пойдем. А, у нее тупик. Она попала в тупик. Ну что, друзья, это Татьяна. Она администратор. Главное, видите, у меня написано, у нее это человек с бейджиком. Она как минимум главнее, чем я. У меня бейджиков нету. Татьяна, как ты думаешь, ты вообще что заканчивала? Какой университет? Точно не Янки попал. Я уже давно закончила учиться. Давайте не будем разговаривать с этим человеком. Уже не принципиально дальше. Нам суть разговора неизвестна. Пойдемте. Вазген Карапетян, подожди, ты знаешь, какая сегодня вечеринка? Конечно, ты знаешь, ты же арт-директор, мы уже 50, в принципе, все само понятно. Вазген, что ты хочешь пожелать? Я влюбись немного. Да, вон сюда. Дорогой ГРГУ. Все, Вазген, успокойся. Тихо, подожди, я хочу сказать прекрасные слова, честно. Я уже сотрудничаю с этим университетом 7 лет. 7? И, да, уже 7 лет, да. И я могу 8. Сказать, 7 лет. И привет, Ань. Шучу. Не привет. Да, не привет. Давай. Так, это средство. Все, вырезали. Подожди, женщина, он пишет слова. Дорогой наш ГРГУ, я уже сотрудничаю с вами 7 лет. И хочу пожелать, чтобы вы оставались всегда такими же прекрасными. У вас просто уйма позитивных, хороших, добрых людей, и всегда вы встречаете всех людей с распростертыми объятиями. И я считаю, что вы одни из лучших. С днем рождения у вас. Всего вам самого-самого наилучшего. Спасибо, Вазген. Это очень приятно. Спасибо большое. И на этого человека я работаю. Пойдемте, друзья. Дима, давай. Да. Счастья, радости, продвижения. Все? Честно. Вот так вот, ребята, поэтому берут диджеев, потому что они ничего не умеют говорить. Все-таки MC-то они покручивают. Пойдемте, друзья. Сейчас мы пойдем в то место, где вообще никто не был. Это второй этаж, балкон, или, как говорится, второй этаж. Пойдемте. Вот, сорян. Друзья, именно это место сейчас является наиболее топовым и наиболее узнаваемым, потому что сейчас видно весь наш студенческий актив, я не побоюсь этого слова, как на ладони, вот как на этой ладони видно весь наш студенческий актив. Посмотрите, иди сюда, посмотри, видно всех, вот это вот Катя с ФЭУ, вот это вот Миша с биологического факультета, то есть все наши друзья, вся наша семья большая собралась здесь, в молодежном центре, в МУВИ 60, для того, чтобы отметить день рождения нашего любимого университета. Что я могу сказать им в ответ, сказать, что я могу сказать им просто как в напутствие, друзья?
веселитесь, отдыхайте, ну, гуляйте, знакомьтесь, делитесь какой-то информацией. Ведь все, что вас связывает, это Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Я надеюсь, что каждый пришел сюда именно с мыслью о том, что наш университет самый лучший, самый-самый. Друзья, с праздником вас! 75 лет вашему университету! Татьяна Ивановна, что вы хотите... Что вы хотите посоветовать, порекомендовать, пожелать нашему любимому вузу? Ну, во-первых, хочу сказать, ГРГУ, очень-очень-очень тебя люблю. И пожелать, конечно же, двигаться только вперед. Процветания, побед, успехов, новых творческих идей, проектов интересных. Ну и, конечно же, замечательных студентов. Много-много-много-много-много. Такое ощущение, что я чуть не заснул. Нет, я тебя видел. 75 лет сегодня исполняется любимому университету имени Купалы. Что хотелось бы пожелать университету? Серега, больше такой эротики, больше... Давай, пожестче! Спасибо отдельно, безусловно, Сергею Седоенко. Я молодой, я очень молод. Спасибо Борису Сергеевичу Балахону. Спасибо Есину, который уходит. Но не Есину спасибо. Спасибо Диане Ивановне Трофимович. За то, что на самом деле Диана Ивановна Трофимович. Вот, спасибо. Пойдем покачаем немножко, смотри. У нас, друзья, на самом деле, вечеринка, на самом деле, приходит тот момент, когда все здесь кайфуют от того, что мы делаем здесь. Смотри. Хоп, 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 ручки выше! Друзья, это самое, наверное, приятное в нашей работе. Гродненский государственный университет! Вас не слышно, хай! По красоте! Ну что, друзья, давайте все-таки поговорим с теми, кому сегодня исполняется 75 лет. Поехали! Дружище, за что сидим? Я думаю, не нашего полета птица. Пойдем дальше. Оп. Друзья, хочу взять интервью у Виталия. Виталий, скажи, как тебе вообще тусе? Круто, поздравляю ГРГУ с днем рождения. Подожди, я не просил поздравлять. Чувак читает, смотри, ВКонтакте сообщение. Читай дальше, кто пишет? Знакомая. А есть варианты, ну, как-то переспать сегодня с кем? Нет. Не переписывайся с ней больше. Привет, как тебя зовут? Саша. Как? Саша. Саша? А это женское или мужское имя? Мужское для меня. Для тебя мужское. Ты за какого факультета, Саша? ФИТМ! ФИТМ? Ёпта! Молодец, Саня! Желаю тебе всего хорошего! Что ты пожелаешь университету? Существовать! Ёпта, ты охренел, Саня? Подожди, дружище! Все, уйди отсюда! Уйди! Извините, друзья! О, Саня, иди сюда! Что ты пожелаешь? Кто ты вообще, дружище? Я скажу так. Сейчас... Сегодня я хочу пожелать Янки Купалы то, что это самый лучший университет, потому что мы сегодня здесь находимся, потому что все по всей Беларуси, скажем так. Ни хрена себе. Пойдем дальше вглубь, спросим, что как. Привет, как тебя зовут? Даша. Как? Даша.
Даша? Даша? А ты с какого факультета? Я вообще не учусь, Янки Купала. Я вообще уже 2 года назад закончила университет. А хрен ты тут делаешь, Даша? Да, блин, я просто напилась и пришла. Напилась? Даша. Главное, чтобы кошелек не украли. Иди сюда, Майкл Джексон, иди сюда. Иди сюда, не стесняйся, давай, давай, давай. Иди сюда. Не бойся, не бойся. Такое ощущение, что мы сейчас находимся в 18 веке. Ее сейчас сожгут. Иди сюда. Сюда, иди сюда. Говори. Все круто, все круто, все круто. Не-не-не, так, красный, как тебе вообще дела? Все очень круто, очень много людей и очень весело. Все здорово. Слава, недоработано. Давай, пожестче что-нибудь. С днем рождения, университет! Пойдем. Клим, подожди, Клим, подожди, Клим, 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 Клим. Клим, подожди. Клим, иди сюда. Клим, не бойся, не бойся. Друзья. Это очень, подожди секунду, очень редкий кадр. Это начальник охраны Муви 60. Клементий, Клементий, ты что, выпускник Гродненского государственного университета? Да, да. СПК. Совершенно верно. Я дальше буду задавать тебе вопросы, ты отвечай да просто. Ты убивал людей? Никогда. Морально. Это страшнее. Клим, удачи тебе. Ты меня полапала, только что. Как тебя зовут? Настя. Настя? А ты из тех Настя, которые пишут в этом паблике ВКонтакте? Не из тех Настя. Из какого ты факультета? Экономика и управление. ФЭУ? Да. Знаешь Большакова? Конечно, на сцене выступаю. Он крутой чел. Вовке будет приятно. Удачи, Настя, тебе сегодня. Вот, вот, человек, человек, иди сюда, иди сюда. Пока Борис Сергеевич работает, интервьюшечку надо взять. А как тебя зовут, представьте? Мартин Игоревич. Мартин Игоревич, уже 2.44, уже можно было стоять Мартины, нормально. Что пожелаешь нашему родному университету в 75 лет? Ну, прежде всего, удачи, развития. Главное развиваться, правильно? Ребята, иди развивайся в сторону бара, там тебя кто-то ждет, наверное. О, еще люди сами приходят к нам, это замечательно. Что же ты, Насулька Даник, пожелаешь нашему родному, любимому университету в 75? Что я пожелаю? Я даже не знаю, что я вообще желаю. Главное тебе здоровье. А, спасибо, то есть ты меня за университет вместе взял, и мне здоровье пожелал. Все, иди туси, развлекайся. Ой, там тишина началась. Что, всего лишь? Да, на самом деле уже без 10:03, как бы, ну... Люди-то все не уходят. Ребята, у вас двое, замечательно, классно, можно взять интервью. Я понимаю, что вы наваленные, все хорошо. Это как вас зовут? Валентин. Валентин. Алексей. И Алексей, замечательно. Валентин, Алексей, теперь еще один вопрос. Сложный, я понимаю, где учитесь? Отучились уже. Отучились. Янки? Понятно, понятно, не палимся. Говорим, что Янки Купалы, поздравляем просто университет. Все хорошо, Тор? Поздравляем с этим прекрасным днем. Всем вам всего хорошего, хорошего вечернего дня, ночного дня.
Ну, чтоб только в этой жизни. Ночного дня, это мило. Всего самого наилучшего от людей, которые вообще не в курсе, что такое Янки Купалы, кто, что они, зачем они сюда пришли, но в принципе не важно. Тусите, отдыхайте, рады были вас. Куда же пошли? Давайте у вас возьмем интервью. Тоже, давайте. У вас двое, прикольно. Вот красавчик какой. Да. Вот, давайте представляться, как вас зовут? Диана. Диана, да? Диана, прикольно. Диана, да, интересно. А, Денис. Диана и Денис, нормально, собрались. Вы прекрасная пара, я уже понял, Диана и Денис. А уже работаем, учились в ГРГУ? Да. Где? Где? Ну, Янки, факультет. Да. Какой факультет? Химическо-биологический. Ой, ё-моё. Всё, спасибо вам большое, идите. Диана и Денис. Ах, ё-моё. Диана, Денис. Прекрасные имена, я считаю. Здравствуй, можно интервью у тебя взять? Пожалуйста. Нет. Мне приятно общаться с затылком, ну кто-нибудь еще может, ну парня возьмем интервью, без того, без проблем, хоть один безотказный, эх вы, девчонки. Ну что ж, как зовут? Костя. Костя, где учишься? Учился, а что случилось? Исключили. Исключили? Ну ничего! Я не парюсь. А, ну молодец, Костя. Ну, я еще к вам вернусь. А, ну замечательно. А из Янки исключили? Да. А, с какого факультета? ФИТМ. ФИТМ. Ну что пожелаешь ФИТМу? Ну-ка, исключенный студент. Чтоб стоял факультет, чтоб все нормально было у него. Иди скорби, возьми, иди бери свою куртку. Я не скорблю нисколько. А, все нормально, все. Вот человек рад, что его исключили. Нормально. Ну что ж, друзья, я думаю, что нам уже стоит выходить из этого клуба. Мы-то еще вернемся, пойдем дорабатывать свой день. Спасибо, что были с нами, что смотрели нас. Новости ГРГУ, я не знаю, для чего мы снимаем. Сам факт. Все здорово, все классно. Университет с 75-летием. Спасибо! Я люблю